надо. Раиса. Днем и ночью наши окна смотрят на проволоку, как на тюрьму. Хотя он везде напишется, но граница должна в 50 километрах быть. Он там... сестра выходит, как мы с ней будем общаться? Через проволоку. Не разрешайте подходить и до проволоки, чтобы передать кусочек булочки или что-то. Даже поминальное наорали и не дают подойти. Бежать мы, даже разговаривать не разрешаю. Сейчас Алену привезет. Уже не успели, уже передали все, что надо. Да ничего страшного здесь. Девчата и хлопцы. Что делается на белом свете? Ходила с Черткова, но люди ходили с Черткова. У нас, ну как, вот мы сколько зарубаем, мы продавали вообще все всегда. Мы занимаем, мы живем этим, понимаете? А сейчас это невозможно просто-напросто, потому что его никто не берет. Внуки, дочки. Внук. Той там работал, в Чертково. Чертково работали в Миловом. И так мы жили. А тоді, видишь, сетку поставили. Пол дороги Дружба Народов. Видишь, колючили росіяни. И все. Не знаю, мы букашки маленькие, понимаешь? Місцеве населення на початку було незадоволені, але, як ви знаєте, на населеному пункті є ті, хто і підтримують, і розуміють, що державний кордон, і його треба охороняти. І, а в зв'язку з тим, що такий паркан по вулиці Дружби Народів з'явився, то я можу з певністю сказати, що охороняти державний кордон на цій ділянці стало значно легше.